Я первый раз вообще играю. Всем привет, ребята. Обрулись! Тимус 29 и сегодня бомба! Мы играем в Stumble Guys вместе с Ильёй. Поздоровайся! Привет! Привет, подписчики! А, помогите! Нужно от бомб поворачиваться, да? Да. От бомб? Всё. Здесь вообще должно быть 8 человек играть, а здесь почему-то... Ну, потому что так надо. Если так, если так сделали, значит так надо. Привет, ты пират! Ой, я почему не прошёл? Я тоже. Раунд закончился. У меня нос в носу. А нет, ты почему-то этот плеер реально. В смысле? А, я, почему я плеер? Тебе, наверное, надо было перезайти игру. Ну ладно, не перезаходи уже. Уже играем. Конечно, не буду перезаходить. Если почему плеер один, то плеер из поноса бла-бла-бла-бла-бла. Лучше здесь по грязи пройти, потому что будет долго. А, по грязи надо проходить. Я на камень пытался забраться все время. Ну, лучше бы и на камень. Идем дальше. Мы первые! Мы первые идем! Нет! Я упал! Я был на втором месте рядом с тобой, но я упал. Я тоже почти упал. Блин, все, я упал. Все, я понял, здесь не надо второй прыжок сделать. А здесь реально, если шиф делать, то ну, ты быстрее сносишь. Ты что, ты мне не веришь? Да все! Я сейчас проиграю! Я не успеваю! Ты успеешь. Как улететь? Ты успеешь 100%. Точно? Чё у тебя происходит? Ты как ходишь? Слушай, давай, пошёл. А, нет, ты всё, ты проиграл, походу. Я не знаю. Там два бубля. Там дабл прыжок надо было делать. Вот видишь, как ты сейчас сделал. Я первый в эту игру играю. Ты о чём? Вот, учись, да. Я не знаю, как ходить здесь вообще. Новый контент подписчикам будет. А мне не кажется, или ребят, короче, тоже скачивайте эту игру, она на телефонах тоже доступна. И все, вы проиграли, раунд закончен. Ну ничего, это первая игра, я думаю, для меня это нормально. Я буду следить за Тимошей тогда. Подписчики, если вы хотите с нами поиграть, просто. Я оставлю ссылочку на ДС. Сейчас. Кстати, да, у меня есть свой ДС-канал и есть еще Телеграм-канал. Ссылочки будут в описании. И обычный мой Дискорд тоже будет в описании. Да. Я буду тоже сидеть в Дискорд-канале. А еще это как я забыл сделать пиар нашего, ну, небольшой пиар такой нашему Тимошечке. Я, короче, ссылка на его канал тоже будет в описании. Да. Подпишитесь на него, но все равно я сделал второй пиар на всякий пожарный. Я первый. Молодец! Я прошел. Все. Я уже третий раз эту игру прохожу вообще. Победитель в игре. Я тебя поздравляю. Хлоп-хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп-хлоп. Еще я тоже про пиар. Жаль, мои хлопки не слышно. Еще я тоже про пиар свою Ильюшечку. Не знаю. Ильюшечку? Не думаю, что я его смогу пропиарить, потому что у меня всего-то 22 подписчика. Ну ладно, ничего страшного. А у меня, кстати, уже где-то 200 с лишним. Да, и мы Спасибо за это. И мы начинаем. Конечно, начинаем. Спасибо подписчикам Ильи. Если бы у него не было 200 миллионов, 30 миллионов подписчиков, ну, то есть 220 что-то там, то он бы меня не пропиарил, на меня бы не подписалось дофига челов. Если они подпишутся, то я поставлю вам лайк или подпишусь на вас. Большинство подписчиков просто нету канала. Да, но если вы сделаете канал, мы будем вашими первыми, так сказать, подписчиками. Мы станем популярными, мы на вас подпишемся, и такие чисто, и вы нам скажете спасибо за эту популярность. Я вроде как на первом вообще месте сейчас. Так, побежали?
Вот так, вот так. Меня вытянуло! Да, блин, я на сковородке. Это вот эти батуты, это сковородки какие-то, нет? Нереально похоже. Я плачу, просто я плачу. Плачу, плачу, приходит жена, неудача. Значит, ты мой последний предатель. Давай, я второй, все, я второй. Скибиди-доп. Пацаны, подписчики Покиджи, подписчики, мои подписчики. Вы знаете этот мем? Скибиди-доп-доп-доп-доп. Есть. Скибиди-доп, штибиди-доп-доп. Да! Здесь есть ходилки-проделки, прикинь. А, реально? Да, здесь есть белый медведь, короче, хоккейный. Но это ходилки-проделки вылитый. Сейчас посмотрю. Найди, вот он сейчас, он почти первым был. Стамбл Гай, 45-13. А он уже там, он уже на финише, алё. Нет, он не на финише, он проходит еще до сих пор. А, я пролистнула. Вот, ходилки-проделки, смотри. О, реально. У ходилки-проделки не получается захватить землю, блин. О, мы с тобой прошли. Пока, босс. С тобой, видишь, там в углу рядом. Да-да-да, я вижу. Мы рядом вместе вообще. Мы пипец, как рядом. Да. Понял ли намек? Ладно, не прикалывайся. О. Это что такое? Нифига себе. Это что такое? Это вообще... Окулить! А, шурма Ашота. Бежим. А, тут... Тут, короче... Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе видна. И сын кричит о матери, и сын кричит о матери, а в ней что-то там, дальше не помню песню, я... Ну, слушай, мы... Троица, которая вообще... Первая, нет! Меня выкинул камень тупой. Мне тоже. Привет. Ну, что это за тупой камень? Ай. Фу, лох. Ладно, не лох. Мои хейтеры лохи. Потому что у меня уже есть даже хейтеры, прикинь. А, реально. У меня пока нету. Был один, но мы с ним подружились и сняли ролик. А кто это был? Ну, там челик один, сам не знаешь. Ой, я прошел наконец-то эти камни. Я почти прошел. Я уже на туннелях этих недоделанных. Недоделанных. Да, не доделанный, ты не знал? Все, сейчас добегу! Я добегу! Офигел? Реально добежишь? Я не знал, что, то, что ты добежишь. Добежал, да? Да, я добежал. А вот это финиш нашел. Все, я нашел, где финиш. Все, сейчас на финиш пробегу. Все, вы прошли. Я на втором месте. Это, тут место не снимается, только когда проходишь, типа, понял? Где ты? Жипень. Я уже все, я уже прошел. А, ты уже прошел? Молодец. Ты крутой. Копия пиратская. Чисто. У меня же скин пирата, типа, копия пиратская. Песня такая есть. Что это за копия пиратская вообще? Что-то пиратская, что-то там и прикасается. Ну реально вместе все время. Намеки. Стамблгайсы какие-то намеки про нас сделали. О, мой любимый. О, это я играл даже. Это даже не в Стамблгайсе есть. Ну, это я точно играл, но здесь я пройду, это точно. Это на андроидах. С вами Димон и Андроид. И Андроид! Погнали. Все, я покатился. Я проиграл, наверное, да? Я не первое даже место. Окей. Нет, не скатился. Веля, ты скатился, ты играешь в телефонную игру на компьютере. Я чуть в дырочку не улетел. Я тоже чуть не улетел в дырочку. Меня ударила штуковина какая-то. Я сейчас, походу, на первом месте буду. А ты можно дашь мне дать первое место? Просто я же первый раз играю. Я просто тоже почти пройти, привет. Тут чел уже, он сейчас пройдет тоже. Не факт. Он прошел. Ну это на третьем месте зато, можно так сказать. Логично. Где, друзья? Ой, нет, группа.
Наверное, еще две игрушечки. А, нет, три игры. И, наверное, кончится. Вечеринку? Давай, делай этот, я тебе присоединюсь. А ты офлайн у меня. В смысле, не офлайн? Ну, ладно, ты гений? Я тебя добавляю. Давай, все, я тут. Все, давай, играть. Накакать. Кстати, ребят, самое главное еще забыл сказать. У меня появился свой сайт. Что за сайт? Да, свой сайт свой сайт в Яндексе. Ну, и вообще и в Гугле, вообще где угодно. Короче, ссылочка на нем будет в описании. Вы обо всем, короче, вы узнаете там. Я умер! Поздравляю! С днем рождения! Днем рождения! Новоселим! С юбилеем! Что мне тебе еще сказать? С казахстанским клоуном! С днем поющих котлеток! Мы, наверное, еще где-то две игры сыграем и все, да? Не знаю! Я сейчас упаду! У меня 11 минут ролик идет. Мы прошли, ура! Я хоть и в лаву упал, но я пришел. У меня 11 минут ролик идет. Еще сдох, бедненький, мне тебя жалко. Ну следи за мной. Окей, буду следить. Футбол матч. Кто я? Я желто-синий или черножопый я? Здесь опять ходилки-бразилки, прикинь. Конечно. Он за другую команду. Да, блин. Почему ходилки-бразилки за другой команде? Ходилки-бразилки, давай за нас. Они сами себе голы забивают. Это у меня тиммейты тупые, они сами себе забивают. Они еще не забили даже. Ну, пока что не забивают, но они толкают туда. Сейчас ты гол забьешь. Нет, не надо, это не я забиваю сейчас гол, я вообще в другом месте. Я знаю, ты почти забил, а сейчас ушел. Иду к бродилке, давай. Ходилки-бродилки, я за тебя играю, ты вообще дурак, что ли? Ты не за него играешь. Я знаю, просто мне он нравится. Я за то, чтобы захватить планету, ходилки. Не надо, ходилки, нет! Там уже два глаза били. А мы один забили. Сейчас... Все, вы будете кислить, мы один забили, а вы два. Вы сейчас два забьете. В жопе нога. Ты второй забил. Ну офигели, что же щиты? Щиты вырубать, негра. А ты гол забил. Мы сейчас забьют. О, давай, беги. Аферист. Давай, я аферист. Я пройду эту игру. Мы сами себе гол забиваем. А, ну все, да. Давайте! Yes! Ничья! Дополнительное время. Сейчас кто же забьет? Наверное... Нет, пожалуйста, нет! Да вы тупые, зачем вы себе же забиваете? Наверное, вы себе забьете. Не факт. Я вратарь, все. Пошел в унитаз. В ананас, идите в унитаз, идите в унитаз. Еее! Мы прошли. Ура, вы прошли, да. О, это было сложно. Я правду говорю сейчас. Это реально было сложно. Ну и далее у нас Адидас. Лава Раш. Чипсы Лава Лава. Дальше у нас чипсы Лава Лава. А, тут только один сможет пройти. Блин, жилка. Очень жилка. Я чуть не упал, ты видел? Вообще, я жесткий, я чуть не упал. Сразу... Ты что, я не мог встать? Что за фигня? Ты должен пройти. Что, как я сдох об камень? Ты видел? Да. Не, ну ты видел? На самом деле нет. Ну давай быстрее проходи. Как? Научи играть. Да ты там обходи, ладно.
Brawl Stars, Билайн. Не сюда. Сейчас Слава поднимется. Дабл прыжок. Что бесит? А, ну все, вы проиграли. Там Дед Мороз у вас обижает. Дабл прыжок! Да я ж сделал! Что за фигня? Давай быстрее, быстрее, быстрее. Успеешь. Давай, 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 давай. Давай, давай, залезай сюда. Хорош. Не прыгай. Прыгай. Ну все, вы давай. Иди в клоуна. Иди в клоуна. Залезай в клоуна. Срочно, без вопросов. Сунь себе ананас в жопу. Brawl Stars, Билайн. Неужели? Yes! О, я крутой. Ребят, я привы прошел. Yes. Ты хоть и новичок, но прошел. Да-да-да. За это, ребят, я считаю, нужно поставить лайк. Да, и за то, что я выиграл, надо поставить лайк. Да-да-да. Тоже. Ему тоже нужно поставить лайк. Что, последний или еще сыграем? Да, последнюю. Там, давай. Наверное, уже минут 16 идет ролик. Я бы еще сыграл, может, давай еще? Не, давай одну еще. Давай еще одну. У меня сколько роликов длится? Я где-то по 20 минут снимаю ролики. Ну, сейчас как раз вот 20 сниму. Давай. А потом поиграем в Муникрафт, к сожалению, тот мир, в котором мы играли, ребят, короче, где мы дом создали, короче, все такое, мое. Короче, он все, он такой, а Мэри гудбай, иди ты в жопу хай. Ну вообще, ну он не лег, но просто там какие-то баги начались, и он сломался. А еще этот кубец решил побаловаться, короче. Ой, не какой кубец. Тимоша решил побаловаться, короче. И этот. Он, короче, типа притворился читером. Этот. В итоге он не читер. Короче, там фигня какая-то понаделал он. О, я пришел, все. Я уже прошел, серьезно. Мы опять вместе сидим. Да и, боже, Фул Гайз, что за намеки? Здесь брат, здесь был брат ходилки-бродилки, здесь коричневый бродилки. Смотри, ходилки. Смотри, здесь не надо прадать, понял? Здесь надо отворачиваться надо, понял? Вот так. От этих жуков. И вот, видишь, там скоро будет шок лица. Аккуратно вот так. Ага, и туда смотреть. У меня не три глаза. Ну, пофиг. Так. Привыкнешь. Ой-ой. Так, ой, струю. Там струя, на кого-то. Там струя, там Чебурашка описался. Это описался, это реально похоже на апельсиновый сок. Ну это и есть он. Серьезно? Да, просто Чебурашка. Ай! Просто Чебурашка вышел как раз, и они решили сделать такой вот мини, такой чисто этот подгончик. О, все, есть. Нет, я прошел. Нифига себе, толкнули там мордой и приземлился. Видел, тот видел. Он вот здесь, где я показывал, короче, сейчас. Пересмотреть, кто хочет. О, все. О, это самая популярная игра, я видел в ТикТоке. Логично. Типа там все сложнее и сложнее. Мне уже страшно. Не надо, Диди. Мне страшно. Помогите. Я плачу, плачу, приходит желанный удач. Ой. Че за читы? Че за ботик там? Кто, короче, проигрывает, тут какой-то реально ботик. Здесь же легко. Ну ладно, уже первый раз вообще управление вообще какое-то дерьмовое на телефонах. Че за клетки? Читы! Че, умер? Нет! Я проиграл. Я не проиграл, подожди. Здесь клетки какие-то. Здесь блоки можно ломать? Здесь все блоки можно ломать? Или только один блок? О, вы прошли. Есть. Все, раунд закончен. Я думаю, я еще ролик запишу по вот этой игре, потому что мне она понравилась. Победил в игре!
За это, я думаю, надо подписаться уже. Не лайк поставить. Да. Ну, тоже лайк поставить, но и подписаться, как бы. Слышь, пацан? Да ты, пацан, ты лайк поставь и подпишись. А если подписан, то лайк поставь. Так. Так, я хочу посмотреть, что у меня в пути славе. На тут ничего. В пути славе какая-то фигурина. Настроить. У меня есть скины? Нет, спасибо. Я на контент, наверное, куплю сейчас что-нибудь в магазике. Меня оскорбили, у меня скина нету. А, ну я нету. Куплю обычный облик. А, нет, колесо. Так. За 20 зеленых фигуринок что-то можно сделать? Мне солдат как кубету выпал. Прикольно. Не, я не буду его использовать. Мне пират нравится просто. Если вы хотите, чтобы я поменял на другого аватара... Давай сейчас играем. Где-то 27 минут у нас как раз ролик будет. Давай сейчас играем. Давай, давай сейчас группа создать. Давай, создавай побыстрее, а я присоединюсь. Ну, моим подписчикам вроде бы эта игра зашла. Ну, я не знаю, моим зайдет, не зайдет. Ну, я слышу, что вот эта вот игра... Я ее буду называть Full Guys, потому что я Stumble Guys, мне лень говорить. Full Guys просто говорю. Начинай. А ты знал, что твоего аватара можно крутить во время загрузки? Нет. Реально? А, нет, не знал. Бежим, бежим, узнал. Обнова на реливорде. Я здесь кинул, я случайно здесь кинул и начал крутиться. Ну пофиг. Не, вообще мама топ, кто за дизы, клоун. Это же самая сложная игра. Stumble Guys это даже лучше, чем Майнкрафт. Ну, CSGO я не скажу, но там получше будет. Но это вообще, ну это топовое. Это даже лучше, чем Fall Guys. Это типа для русской версии я умер. Ну ладно. А подожди, есть Fall Guys? Я думаю, это и есть Fall Guys. Нет, ну вообще, это название, но это лучше Fall Guys. Я сдох уже проиграл. Это вроде лучше Fall Guys. Здесь как бы и легче проходить, и как бы прикольно вообще бегать. Так-то. Я его, короче, уже сдох сразу. Я буду когда следить за тобой. А ты сдох? Да. Давай когда вообще просто выйдем и давай заново. Начнем. Как выйти? А, все, я вышел. Выйти, кнопочка, вот, все. Раунд один, и ты проиграл. Давай, присоединиться к группе. Ну, слушайте, в группу. Пацаны, вы можете ее скачать там в Play Market, там... Тиме, там Play Market, App Store или везде, ребят. Даже в Роблоксе, даже в Роблоксе можете ее поиграть. Все, выключаем, удаляем. Мне места не надо занимать, я в Роблоксе буду. Ладно, прикалываюсь. Давай, let's go. Ну, вообще, ну, играет лучше Fall Guys, там, 100%. Ну, ладно, я Fall Guys не играл, но я слышу, что это прикольная игра, лучше. Да, я Fall Guys не играл тоже, ну, блин, ну, я не знаю, может, я Fall Guys попробую поиграть, понравится, не понравится. Если вы хотите, чтобы я тоже Fall Guys там снял, купил его за 500 или за 500 рублей. Fall Guys платный, да? Да, вроде бы. Блин. Да его когда пиратку надо скачивать? Ну, пиратку скачаем. Может быть, даже не буду скачать, я, может быть, просто там куплю, так сказать, для вас, подписчики. Лютипон, 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 лютипон. Люсикпон. А! Лютый, лютый, лютый. Четыре просто бегэ. Я отправил ГГ и упал. Это ГГ. Не отправляй ГГ, она тебя скинет. Я ГГ отправил и упал. Я тоже упал, когда ГГ скинет. А! Ты видел эти щиты? Я на боку просто летел. У меня щиты, походу, скачались, не знаю как. Короче, тебя сломали, и я проиграл. Что-то у меня удача кончилась. Ну ладно, я за тобой буду следить. Это маг полетел. Он же мог полететь обратно. В смысле, как ты сдох? Ну ладно, допустим. Ничего страшного, я за тобой буду смотреть. Пацаны, короче, у меня удача кончилась. Все, я ухожу с Ютуба. Ладно, шучу. Кстати, я, наверное, буду сидеть у Ильи в Дискорд... канале,
или сервере, ну короче, и буду там тоже смотреть подписчиков Ильи, что они будут писать. Алло. Илья. Да, я просто молчу, пытаюсь это пройти. Я прохожу, у меня пушка толкается. Вот тут боксер. Ой, все, это 18+. Он шучу. Боксер такой чистый. Сейчас проиграю, все, проиграл, да? Там пчела бегает. Нет, ты не проиграл. Я проиграл, да? Я проиграл! Ну, блин, рядом пипец как был. Ладно, выходи. Ладно, досмотрим. Может, досмотрим, кто первый будет? Не знаю. Ну ладно, я выхожу. Нет, я выхожу. Ладно, ребят, давайте будем заканчивать, но сейчас я сразу буду ролик начинать новый. Да, поэтому, ладно, давайте. По Майнкрафту, короче. Ну, давайте, ребят. Нет, фулл гайз, да, по фулл гайз тому. Давай. Давайте. Давайте, всем пока-пока.